Доброе раннее утречко, дорогие господа. Мы сейчас в аэропорту Шереметьево. Уезжаем делать тур, наш первый тур в Китае. Пекин нас приветствует тропическим ливнем. Посмотрите, тут колорит улиц. Мы сейчас в середине дня находимся тут в центре города. И вдруг пошел страшный дождь. Нам не пофотографироваться, особо ничего вам не показать. Вот со мной стоят чуваки из Rolling Bowling. Let me introduce you. Это Тони, это Вуди. Классные ребята, они нам вчера очень помогли, встретили нас, отвезли в гостиницу. Вот. Ну, мы продолжаем наше путешествие по Китаю, будем все время вас держать в курсе. Спасибо. Мы сейчас в Пекине, мы передаем всем привет, и мы показываем вам тут, как мы тут кушаем. Мы очень хотим, чтобы пришло много народу, и если вас интересует настоящий рок-н-ролл, честный, правильный, хороший и неразбавленный, приходите, не обломайтесь вообще ни разу, будете вспоминать потом месяцами дальше.
Извините, where do you come from? I come from Cologne. You know me? Know me? 18 years ago, something like this. Long, long time ago. On September we have to play in Aachen. Yeah, but I'm still here for 3 years. Herzlich willkommen in China in Peking bei Rolling Bowling und Meat Traders vom Psycho Village Land. Солнечного Пекина. Солнце настолько слепит сейчас, вот можешь показать его. Оно прямо в глаза светит. А так и, не и такой рассеянный свет, что мне даже смотреть на него больно. Вот мы тут ходим по центровым улицам, тут так круто. Куча всякого разношерстного народа, куча всякой еды хорошей. Я их уже озадачил своим сыроедением, они там могут, как могут, стараются, ищут все, что можно в сыром виде, но здесь в основном, ну, много очень вареного, но очень все вкусное и острое, и все, кто ест, кроме меня, это все довольны. Вот. О, вот там, смотри, какая-то крутизна вообще такая полная. Пойдем туда. Ну, воняет, конечно, люто, да? Да, тут, по-моему, канализация где-то. Я не знаю, что, но здесь, во-первых, жара дикая, и иногда такие запаханы вообще четкие, как из нашего сельского сортира примерно. А потом резко раз, и какое-то благовоние. О, ну, то смотри, есть... там речки. Ага, а вот смотрите, тут такой пойдем. Крутанский каналчик. Вот здесь реально надо сфотографироваться нам будет. И вот это, поглядите, как красиво. Ну, короче, у нас тут легкий культурный шок. Мы продолжаем знакомство. Скоро выйдем на связь еще раз. Мы сейчас сели в поезд и едем в Ухан. Это считается в Китае, как нам сказали, самый рок-н-ролльный город. Нас ждет, видимо, крутой концерт. Но, кстати, насчет вчерашнего пекинского концерта, он был вообще офигительный. Очень хороший клуб. Небольшой, аккуратный, стильный, четкий клуб с хорошим аппаратом. Нам очень-очень он понравился. И люди бесились, носили друг друга на руках. Было все, в общем, было чудесно.
Ты куда? Воду? Да, водички было бы здорово. But nobody has problem with it. Also, another friend. He loves this kind of music, and he loves to go into one of those, you know, the. Одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Это Чехов сказал. Минтрейтерс передает из города Нанджинг. Мы сейчас переночевали тут у наших организаторов в небоскребе на 29 этаже. Можете понаблюдать, как выглядит китайская зажопинская деревня, я бы так сказал. Это город с населением всего 7 миллионов. Вот так они, бедные, тут живут. Я, честно говоря, поразился тому, что я здесь увидел. Потому что я думал, что в Китае тоже, как у нас, там есть несколько крупных городов. А все остальное — это кошмар. Но тут я кошмара нигде не заметил. Тут везде такая цивилизация, прям бьющая ключом. Вот. И этот город, название которого вообще никому ни о чем не говорит, он просто тоже тут цветет и пахнет. Мы вчера походили по нему. Вообще просто красота. Вот. У нас сегодня перелет. Мы из Нанджинга должны прилететь в Шэньян. Сейчас мы через 10 минут садимся в такси. Едем в аэропорт, потом перелет, потом саундчек прямо там сходу, и потом концерт. И это у нас в Шэньяне будет уже последний концерт Китая. Но мы обязательно сюда вернемся, нам тут очень-очень понравилось.
Здесь офис прямо этого нашего организатора. Какого? Который сегодняшнего. Мы типа приезжаем, выходим в 10 утра к нему на чай. Мы живем на 22 этаже, братан. Концерт, последний концерт тура в Шэньяне. Ну вообще, концерт нас потряс, потому что мы рассчитывали, что будет тухляк. И в принципе все на это указывало, все приметы. Аппарат был говенный, то все. Но как-то в итоге все подсобралось. Нормально сделали звук. И народу пришла такая масса, что мы охренели. И самое удивительное, что была большая тусовка из Америки. Причем не просто тусовка, а из них было две девки психобилки и два парня психобилы, и с ними такие сочувствующие. В общем, все кричали, орали. Нам этот концерт запомнился, наверное, больше всех. Но сейчас мы испытали культурный шок. Нам нужно доехать сейчас до города Харбин, чтобы пересесть на другой поезд в Благовещенск. Обычно здесь поезда все охрененные. Круче, чем наши все эти скоростные, в два раза лучше. А тут мы сели просто в общий вагон. Мы заходим, тут просто сесть некуда, тут все завалено. Тут все в проходах. Ну, то, что вы сейчас видите, это еще все устаканилось. А когда мы заходили, нам реально было не пролезть вообще. У нас куча всего, гитары там, вот эта вот сумка на синей стоит. Все, в общем, завалено. Ну, вообще брутальненько так, знаете, ощущаешь себя, как в пятницу вечером в электричке. Ну, на дачу куда-то едешь, как будто с котомками. Привет, Родина. Мы в Харбине. Интересный город. Как вам объяснить? То есть мы привыкли, вот пока мы турили, у нас вообще такие шикандосные были буржуйские города. Мы даже немножко растерялись, мы подумали, что весь Китай такой, потому что 6 городов и везде такой шикандос. И вот как раз тут на старуху проруха тут приехали в Харбин, тут еще старый Китай, такой правильный, такой коммунистический. И вот посмотрите, как тут все выглядит, тут так все пошарпано, как надо, вот как в наших мелких городах.
Хотя, конечно, вот если туда поглядеть, смотрите, там уже полно всяких небоскребов, тут уже начали строить крутые всякие дома, но, тем не менее, вот колорит, такое живаго настоящее, оно тут присутствует в полный рост. Печально известен во время войны тем, что здесь вот в 30 километрах самый ужасный концлагерь в истории человечества, считающийся отряд 731, тут находится в 30 километрах, где японцы жутко издевались над людьми. Мы не успели там побывать, потому что у нас всего 2 часа на пересадку. Мы сейчас пересаживаемся и едем обратно, в сторону Благовещенска, город Хэйхэ, который находится на Амуре, а с другой стороны его находится Благовещенск. Там нас встречают местные байкеры, и мы будем, послезавтра мы будем играть там на байк-фестивале, потом мы поедем во Владивосток. Ну вот, поделились с вами впечатлениями. Сейчас еще на китайской стороне пересекли только что таможню. У нас была ночка, мама не горюй, мы ехали в поезде. Вот знаете, что такое общий вагон? Но в наших общих вагонах продаются сидящие места внизу, а верхние полки пустые занимают по желанию тех, кто хочет полежать. А вот мы столкнулись в Китае с тем, что верхние места тоже проданы. И так, таким образом, каждый купе по 12 человек еще в коридоре сидят. То есть мы просто никакие были. Но слава богу, что на половине пути ночью какой-то был город, и большая часть народа схлынула, и мы сумели найти себе места верхние поспать. Ну так слегка, конечно, потрепанные, но сейчас переедем в Благовещенск. У нас будет день отдыха сегодня, а завтра мы играем тут на большом мотобайк-фестивале. Мойку мотоцикла, а потом двигаем на Владивосток. Пока.